Так, камера пишет. Вроде все нормально. А, ну да, всем здорово. Че, скучали по мне? Конечно, я же ваш любимчик. Короче, че я вас тут всех собрал? Да ничего, просто так. Просто поздороваться с вами и сказать, что мы повышаем качество графики в наших анимациях. Теперь мы будем использовать макап наших видео. Что это такое, объяснять я, конечно, не буду. Кому интересно, можете загуглить. Но вы уже можете это видеть сейчас. Надеюсь, это нам упростит работу над созданием анимации, и она станет более реалистичной. Сейчас мы как раз работаем над клипом и над первой серией сериала Spring Trap. Так что ожидайте их выход в скором времени. Про новую жизнь 2 что сказать? Ну да, она выйдет в 2022, так что потерпите. У нас же не 100 рук, чтобы все успеть и сразу. В этом году у нас и так много проектов. И другая жизнь, и сериал Spring Trap, и фильм «Противостояние», и много чего еще. Вам точно скучать не придется. Еще мы создали новый Discord-сервер, так что залетайте по ссылочке в описании и вообще подписывайтесь на все наши каналы. Давайте, проявляйте больше активности. И да, про перезапуск первого и второго сезона «Новой жизни», ну как только ролик со всеми сериями «Новой жизни» наберет 50 тысяч лайков, мы сразу же начинаем перезапуск. Если ты еще не поставил лайк, то щелкни по той подсказке и поставь. Короче, год обещает быть интересным. Не забудь заглянуть в описание под видео и поставить лайк. И поддержать нас. А сейчас я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в моем собственном сериале. Пока.